Вот я говорю, запускать. Один он есть. Приближайтесь к башне Фрей. В ней содержится сила, способная за ночь превращать бесплодные пустоши в густые джунгли. Заедете на платформу, ваша боевая машина будет отремонтирована. Юля, он этими хуяри колчедан. Система орбитального подавления включена. Ну да. Не было в онлайне.
Алло. Алло. Алло, прием. Алло. У нас тут шкафист есть? Блядь, у нас шкафиста нету, ёб твою мать. Мебель не завезли. Это, спаси, дайте локу. Шкафист, бля. Агрегат на новый участок перевели, нахуй там щит не ловит. Весь день, сука. Хуй его знает, чем да не дам. Туда ходил, сюда ходил. Я понял, как долбоёб шадаю. Заломать. Я у камня, долетите кто-нибудь. Я бегу вот пешком. Вот он заболел. Да я уже залетел там нахуй. Ну так назад вернее. Ну. Своими пельменями. Ага. У меня на мобильном я вот хуй его знает как на компе нахуй хуй не пробовал. Я через кнопку и нормально. Особенно лично, например. Джайна. Суманете меня, я упал. Бой у нас. Ой, бой. Вот так получилось. А, все, я умер. Машина провалилась, ты что? Новый куплю. Угу. Блин, почему кокмастер? Как бы было бы круто, если бы он был бы секс-мастер. Прикинь, вот все персы секс-мастер. 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 Там, наверное, жена Ники чекает. Зайду. И потом что с ней делать? Шафил, Шалфир, на ремонт заедь, ёб твою мать. Да, да. Ты мне скажи, что с этими синими бочками потом делать. Да, я понял крючок, что с ним делать. Бочки эти лутать, а потом их куда. Да.
А чё, там патя будет или можно чилить идти? Ну а ты плюсанёшь, блядь? Я два плюса дал. Да я стою. Никто не тыкает. Ну. Так ты потыкай в них, чтоб они тыкали. Сейчас тебя присымоню, и ты тыкай уже. Ты мне не тыкай, блядь! Ты мне не тыкай! Ну. Самый же кринжовый пух. Да-да-да. Я чекаю. Ой, бля, слава тебе. А что на осадке делать? Я там понял. Ничего особенного. Так, так тебе надо... Да. 10... Слава, ты когда-нибудь кускус пробовал? Меня игнорит. Так что там? Равис, ты здесь? Делаем, делаем. Хорошо, я сначала не понял то, что ее нужно именно цель еще наводить. А я первый раз, как бы, извиняюсь. Шалфир, ты смотришь за таймером или ты просто хуяришь? Трое. А Ром, Рома, Рома тут? Юля, подойди к бочке. Черепашек на него нету. Миснул, сорян. Ну чё, она чё так плохой делает? Кстати, а чё на килле-то случилось? Людей не хватило. Юля, бочкам под... Бля... Чё-то я... О, да, спиздили нашу бочку, а? Скажешь, скорость, если нам нажимать. Ну все, сейчас осколок падает, смотрите нахуй. А что, вы бичи не добьете, что ли? Я вагон первый раз просто хотел что делать. Че, вы не добьете? Стоки, держите, блять. Три кнопки, я не так тяжело додумал. Ебать, вайп на утюге, нахуй. Стаки. Ну и два ляма осталось. Стоп слово. То есть только тогда занюхивать, да. Правильно? Дон. Махтерит Дон. В осадку. Thank you.
С тобой, не знаю, я бафнул лапу. Ну. Несущая дрочь. Ну, в дух. Душу не ебу. Да все, го без него. Слава, время теряем. В натуре, ёпт. У нас час. Не больше. Бля, вот это хорошее, мне нравится. Вы можете этот каст сбить, у вас есть электрошоковый там хуйня на этом, на... Она сбивается только в жопе. Ну, главное, что могут. Могут, но только вплотную к жопе надо подъезжать. Я сбил. Блять, сбейте хули, дыхание-то, блять. Слава, назад сдай там колчудан. А, его спиздили. Я не вижу больше колчудана. А вон, вдалеке. Сдавай вон к стенке. Все. Ой. Сюда. Вот чеданов не вижу. Каз сбивайте. Сюда рунические сферы, блядь. Бля, Слава, я Левиафана разобрать хочу, погоди. Ну, сейчас лут раздастся, я его разберу, бля. Да пускай группа стоит. В натуре. Ага. Да и хуй с этим варом. Ну чё, Юля, мы показали им, как надо ебашить. Вообще-то мы с Юлей первые. У тебя 366, у нас 392. Халидринг, поставь лут. Да. Нормально, что у трех паладинов стоят каски. Потому что все паладины... Дай лутера, блядь. Хочется Левиафана разобрать, посмотреть вообще, что с него, блядь, падает. Твою мать. А рецепт протяжный можно? Да, групповая стоит. Там но не разбирается нет. Почему-то, не знаю. Значит, идет распределение добычи. Не, он пустой, лут раздался. Ну ладно. Он пустой. Так. Вообще, это, Слава, блядь, так-то вот так вот нахуй. Если чё. Так-то оно ну, так, а смотри, так-то оно не это. Да я уже уж убежал, блядь. Давай обратно сбьем. А, ну, да потом сбегаю. Бить будем, у нас час времени. Потом обратно сбегаю.
Я отойду 2 минуты сейчас. Угнать. Забаглась нахуй. Ванька, я тебя в сумку позакидываю. Ты если все раздал, попробуй мне еще раз лучше раздать. Пока босс не пропал. Не затестить хочется. Бери, пробуй. Свитка точно нет. Не-не, похуй, не работает. Ты вроде должен разбираться. Да нету чарки, у Лёхи начертание, наложение вернее. Он пустой. Понажми ролл, там дизенчат. Блять, а что за хуйня? Это может быть, что я не могу, короче, прыгать, блять, не могу двигаться нормально. Может, кто-то сталкивался с этой хуйней? Поворачиваюсь медленно. Странно. Ну вон, да, с него слинок, слиток титановой стали, слиток кобальта, слиток саранита, он должен разбираться. Пиздец. Ну, забагал-то хули в этот... Ну, сука. Шкаф. Не пульт. Букмастер шкаф. Это что, 10% АП? Да. Я запущу руку. Господа, вам кто нужен? Танк, ДД, хил? Нам нужно 10% АП. Кем хочешь, заходи, Ульда. Ой, слушайте, сейчас пати соберется, мы можем развернуться, пойти келя бить. А могу зайти этим? Ой, я магом зайду, отлично. У тебя и маг есть? Ебаный. У меня и маг есть. Псих ебаный. Еще паладин на день. Мне паладин на день. Я так понял, вы решили все по стопам хукмастера пойти, да? 400 твинков нахуй захуярить. Нет, хумак у меня был для прокачки алхимии. Аук. У меня просто проф не хватило на... Но никогда у тебя их, сука, 15 штук, блядь. Скажите это Славе. Может, потому что ты эрл? Значит, логично. Давайте, я зачем. Да, город, идем сегодня поэтому Слава всегда попадает в рейды в уютные вайпы. Это неплохо было. Я пришел в гильдии, дайте инвайт. А бог есть еще в пате? Лох? Да, есть, хукмастер. За сумонти. А его эти хукмастер... Где был лог, хукмастер?
Я сказал, что я релогаюсь. У меня пиздец творится. Все, бичи чип здесь. А в смысле я, блять, ну ладно, потанкуем, хули делать. Давай, ну, бичи чип. Да. Это что, робот ХМ? Он просто бычка? Так, Келя не убили. Можешь под ним Келя трахнем? Забирайте кто-то моего. Давайте уже донесем что-то одно, а, блядь. Да, мне кажется, если мы сейчас нормально. И здесь, и там, блядь, вот тут. Я могу донести свой зад до дивана. Да, мне кажется, если мы нормально сейчас все сделаем, мы и ульду, блядь, занесем, и Келя сможем добрать, если люди будут. Глеб, дашь трейд? Кому? Мне. Спасибо. Два. Чат, там ластовый осколок. А, один осколок. Я вру, один ластовый. У него один осколок. Мы Алгалона еще убиваем и идем потом на йога. А мы... Почему йога плюс ноль же можно сделать? Не получится, еще раз говорю. Почему? Да мы не про то, я говорю, что мы Алгалона просто перед йогом убьем. Йог запускается без хранителей. А сложность ты можешь выбрать. Пока ты не убьешь хранителей, йог недоступен. Пон. Повяет. Хуйня какая-то. Согласен. Сердце сыграло. Да, хуй застрял. Подавил хапую. Сейчас, погоди, я вытащу. Казана, выйди чуть с рейда. Казана. Казана, блядь. Опа. Скрес играли, боди выноси. Мэтт Фокс, чуть в сторону Фрейда. Блядь, это уёбище спиной парирует. Что это такое? Ну, ты не видел, да, как Молчазар тоже парирует. Искра жизни. Сыграли РДД.
Матфокс, выноси. Мораль такова, значит. Шалфир, выноси. Шалфей, вообще-то. Шалфей? Это, только я так могу назвать его, не надо грязи. Горный шалфей. Ромашка и урги. Ой. Съебись отсюда! Да у меня 3 секунды еще, что ты мне, блядь, рассказываешь? Все равно съебись. На, хилы моча. Лингрен. Да, блядь. Ой, а чё, это настолько сильно... Это настолько сильно ретриков попустили, блядь, или чё, нахуй? Да. Да. А ресните, пожалуйста. Ебать. Кто в бою, мрите. Блядь. Я в лужу затянула. А кстати, а что там, вот это то, что там перебафали демон локов их обратно, тоже. Ваня, ресни, пожалуйста. Зачем резать, блядь, если вы можете встать и тэпнуться? Ну то ли сразу вести бель. Ты разобрать так, робота так... хочешь? Да вот хочу посмотреть, но разберется, не разберется. А я тоже пока с комнатом забей. Я не раздам, не разберется. Ладно, не понял. А 68 тысяч крит это хуй, это хуйня какая-то, да? С мощного. Какого? Ты о чем ты? Я покажу, что у меня там, блядь, было. Так ты в сердце бил. Что ты хочешь? Нет, я прям в робота хуярил. Я даже в сердце не свечился. А, ГП, блядь, раз ты в сердце не свечился. О! Сюда, извечная тьма, ебать, плюс 9. Опа. И придется в лужу заходить. Вот это повезло. Чистим трэш. Ремонтников в первую очередь. Идем на Алгалона? Да. Вот сейчас разобрался, слышь. Ну я же говорю, тогда забагался. Нормально, слушай. Он разбирается. Скорее всего из-за того, что сдохли, может. Да хуй его знает. Там заява какая-то была? Как он еще раз говоришь? Ебажетая. Да что там 255-й, что ты хочешь от него вообще? Что его смотреть, блядь? А там они хоть смотрят. Мета-сирус, так. Вот там шмот ролите в ваньковом анонсе. Правда? Нет, на распыл. Нет. Да не, ну... Слава... Если тут база правильно показывает, у него сокетов даже не стоит, блядь. Нет, это глюк. Это глюк, да? Глюк. Да, там бывает, глючит, сокеты не показывает. Но он крафтовый почти весь, короче, из ОД купленный. Красных меток выходить. 4-4 и... Ну, там... О. Такой шмот весь, короче. Да? Целка 10 оп. 25 обычка ЦЛК, вот у него Глора есть. Какой он? Одеваться надо ему. Ну типа. Для ульды пойдет. Типа. О, Слава кританул. Кританул 1-4-8-8-8, нормально? В ремонтников играем сначала. На уголовную, направо? Да. Ой, чё, все на месте бегут? Опять дисконнект, что ли? Нет. Хуёво, когда повис. Опа, стиляга. Сюда иди. У кого-то, блядь, ребенок слон? Или мне кажется? Угу. Тебе не кажется. Мне кажется, или кто-то шлепает? О, нет, ну...
КД повешиваем. Сейчас Балгалона всем хилов убивать. Не-не-не-не-не-не-не, Виланди в ретеке, я захилю, бля, там просто вообще в ахуе все будут. Отвечаешь, что захилишь? Галон будет в ахуе, отвечаю. Будут один трай и будут... Так а какая разница, 7 хилов или 5 хилов? Это Алгалон ебаный, блядь. Ладно, если бы он был бы в геле. Нет, но если бич, конечно, какой-нибудь не отбежит от этого... Кары, то тут уже даже есть. Делать что хотите. МВП хант. Лёха, созвездие позовут. А уже три танка есть. Гоша, пригласите Мордаунта. Он уже здесь. Дайте сум, пожалуйста. Сум на нолу. Спасибо. А чем мы отходим? Зачем? Ванька, у тебя ассист есть, ставишь мид. С тобой играет МВП Хан. Я уж назначил. А, назначил? Да, и АЕК. Не знаю, два дома. Дай по нам прото. Я уже свой выдал. А ты что давал? Я кулаки МП5 изначально раскидывал. Я с Юлей на боссе, Леха созвездие заводит. Там у кого, блядь, он есть Джандис. Кто там, Войд еще может, ауру огня возьмите, кто... А, ввела меня. Ноги перебавай, по нам. Рессор, Вилания, Казана. Все что здесь запускаем. Еще запустил. Да, он успеет. Пантеон получит сообщение. Я понял, Маркус. Это ты зеленый перекурил просто, вот и зеленый. Кто бронзоборот плюс чат? Что, без Еры? Ты шаман. А я один, что ли? Бля, да вы рофлите? Два. Кара. Кара отбежали. Понял, бичи, блин. Ну, блядь, с таким приколом нужно... Не знаю. 20 хилов. Да. МВП хант, ты тут? Свичься в метку. Звезду. Ауру. Или аккуратно. Кара, отбежали. Прям под босс. Или за... Я просто ауру не вижу. Это прикол? Ай. Дырку провалился. Но бич получается. Почему она прям подо мной? Кара. Отбежали. Ну тут уже даже 20 киллов не помогут, боюсь. Суровый удар 3 секунды. Одна. Суровый. Забежали в дырку. С места, где стоите, главное, убегите. Я так один раз выбежал и прям в дырку. Кара, Кара, сбежали. Ух, мага резнуть? Давай.
Витя, у тебя точно аура включена? Лёша. Mm-hmm. Да я просто... Расхибались. Просто, не понимаю. Ты слепой? Ну, что-то Витя, выключи её нахуй, чтоб увидел, блядь. Кара. Кара, отбежали. Что-то Винец. Я хилов не ощутил других, понимаете? Что-то я прям вообще не почувствовал. А сиди не выёбывайся, а? Резко. Ну все, погнали делать волонир, хули, блядь. А, это не последний волонир, который мы будем... Ебать. Нет. Далеко не последний. Знаешь, там уже черный храм выходит, блядь. Ну чё, ребята, идем в Алик собирать. Только уже героический. Так, я тогда, когда черный храм откроют, бабычка-то нахуй не нужна будет. Будем собирать 5 штук ульды, да? Чисто ну, да. Пати собрались 5 человек, пошли занесли. Так, Гера же будет. Ульдить. У меня уже скоро передоз нахуй ульдуара будет, блядь. Потому что он актуальный. Смотри, зато смотри, ты привыкнешь, ты привыкнешь. А это не актуально. И потом будешь чего, будет. Я не знаю, что такое волонир. Ты уверен? Лежай, топ-хилу, блин. А, ну, Ваня, подвези эту. Самое главное, что... Мне на трансмок, мне так закрыл, да? Хуё. Ты только окончание там дун добавь потом. Где мой посох? Волонир топ-дун. Нет, Ваня, давай мой посох нахуй, но вот пылить будет. В смысле пылить? Мне на трансмок надо. Види этот посох. Волонир Мачадон. Ебать руна, блядь. Мачадон. Мачадон. Сейчас пойду. О, тупо чё с ним, мочон в синей хуйне? Это всегда так было? Я говорю, это руна такая охуенная. Пиздец. Сейчас серба крашнет. Вот сейчас вижу. Руны. Вот сейчас ауру вижу. А до этого её не было. Может забагалось, блядь? Хуй его знает. Забей. Пиздец. Ну чё, Юля у нас теперь? Анхоли танк? Средний, мелкий, большой? Не добрал? Уже ауру нам вточили, погнали. Хоть ровно пропало. Большого не сберёшься, а маленького. Спасибо. Ладно, похуй, нормально. В лужу ставьте. О, вот это нормально, кстати. Не. Набрали рейндж. Mm-hmm.
Блять, вот хорошо ничего не может быть. То есть у нас вот АП есть сейчас, да? А 5% меликрита нету, да? Да ты заебал, блять. Ну это пиздец. О, я квест хочу сдать. Ну, вообще-то Волонир надо. Посох такой же. Ресните, блядь. Давай, жми быстрее. Все, я тогда на свое знаю. Какая же моча. Вой, давай, Вой, слышь, давай мне, наверное, шаму в Волонир теперь собираем. Так, и в йогаш еще закинуть надо. Все шлотки починить сможете. Можете после этого босса. Плечо вот это разрулить. О, бля. Шапка латы. Хочу. Роба, роль скорее. Трейдаш. Ну иди, опыт твой. О, это кайфовое. Это самое кайфовое. Чтец, Лингрен, тебе зачем? Алфир, блядь. Какой нахуй трансмут? Ну, ладно, нет, ты справедливо, а вот шалфир несправедливо. А шмот у кого-то лежит? Нет, только шалфир и рога есть. Надо в трейд кидать или чё? Мне это рога. А, окей. Это то самое. А он уже лутал такую же. Ваня на меня плечи рога. Ага. Я вообще хотел синтеку паролить, но... Ну, я понял. А он просто... Взял. Что? Не засвинтусился. Почему? Свинтусился. Понял, блядь. Туда этого синтека, блин. Получается, допизделся, Макс? Это уже, блядь, пицца, блядь, нахуй, он меня сбавил. Шкаф, сумон. Все дела. Ой, и меня тоже. Я квесты набираю. Поверь, ты не сдашь только один. Да мы его сделаем когда-нибудь, расслабься. Мимирон пожарник? Ну, окей, давай. Чё там? Ну, мы же сделали его. Да, мы его уже делали. Но не при мне, блин. У меня надо как ключ уже лежит, вот на этом, на варе ключ сделаем. Рома, ты иди там, блядь. Джендис отошел. А уже есть такой посох? Нет, у меня такого посоха. Иди, Шалфей. В принципе, ему ж этот босс не надо, запускаем. 5, 4, 3, 2, 1. Порчен? Ну, порчен, так порчен. Я понял. Настроение доебаться. До X-темпа. Рога, блин. Ну, Митя, блин, ложный, пожалуйста, народ. Че, мы бегите, ебать, от рейда? Бля, дед! Дед упал, блядь. Детка без руки. Что же делать? Я влюбился. Девку без руки. О, еще плечину. Свежий бит. Прижимаю обрубок к груди. Он снова кровать точит. Девка без руки. Один разок. Нихуя тебе плохо совсем уже стало. Это Алекс Дарксталкер 98 вообще-то. Это которая соленья, блин. Ты бы Маленью хоть раз бы, блядь, убил без щитов, я бы на тебя посмотрел. Она бы ему жопу разорвала бы. Я соленья разъебывал на ПКД. Мобов одновременно. Лёха, ты же проходил, да, Элдринг? Один равно 100. Лёха. Казан, дашь трейд? А, чё, тебя слышно? Блядь, я говорю, ты же проходил Элдринг?
Ну, я эту дуру с двумя двуручками убивал. Сколько траев выебал? 20 где-то. Нихуя ты скилловый, блядь. Я 82. Да. Я за на трейд. Кресту. У меня а просто по гробам там... не бегать. Там просто понял. Я очень долго... У меня бурст сильный был. Сейчас глянь, кто у нас бич. Да, у меня тоже вроде... Я на нее даже перекачанный пришел, блядь. Ага, я понял, ты бич. Там на волка среагировал. Ну, я... какого ты левела туда? Там не волк. Даже. Ой, я не помню, но пиздил я ее нормально, блядь. Я не мог долго привыкнуть к ее мувсету, блядь. А, да нет, там... Такое... Я все, она меня все время наловила на свою эту комбу из, там, сколько, из 6 или из 4 ударов. Нахуй. Корни его сразу. Там есть... Большого корня. Видос один раз посмотришь, как эту хуйню доджить, и все поймешь. Просто даже посмотришь, как это делать. Пиздец, совы, вы шо, глухонемые, блядь. Я же, я нахуй 82 трая въебал на эту залупу, блядь. Рейд мне дай, казана. Ебубаные совы. Опа, я понял, еще один бич. Вам говоришь, вы уши долбите. Так, сейчас приду, я подо водички налью. Третий бич, я понял. Блять, бегая по сугробам, вы только, я слежу за вами. Сожняете рейд. Бля, успокойся. На этом мобе меня откинуло, блять, на сугроб. Успокойся. Я не знаю. Мы можем использовать больше настроения делать, чтобы быстрее это ходило? Ну да, можем. Ну это ХМ самый легкий будет. Хадир, конечно. Хо-х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 о-
Репутация за червей, блять. Красавца, бьем вспышки. Двигаемся постоянно. Мордаун пробежит по всем. Ой. Ну как? Ой, босса еще не запустили, я надеюсь? Запустили уже. Блять. Уже 50%. Хилься, Диман, хиль. Мы уже почти мои банчики снесли. Да, хилюсь. Хотя, что там, друид инвалид открыл два куска себе? Нет. Мне не хватает 4 воронки. А что, в ГБ закончились воронки? Ну, я и не выяснял. А почем на ауке воронки? 24, по-моему, сейчас. Ну, там, да чуть-чуть подождать, они сейчас появятся, нормальная цена будет. Какая, 15? От 10 до 20 максимум. У меня только вопрос, а как, блядь, забрать нахуй первый кусок этого... Как они называются? Т5-го, да, это же, блядь, невозможно сейчас. Приор. Никак нахуй. А какой приор? Ну вот смотри, мне надо забрать плечо либо ноги. Вот как я могу забрать, если ты приходишь... Руки. Охуенно. Ну а что ты хотел? Кисти забери. Так там не неделя надо, там больше надо, в том-то весь прикол. Смотри, находишь... Это на ком у тебя кусок? Находишь их в IRL? Смотри, Лёха, находишь потенциальных своих конкурентов и начинаешь жестко дудосить. Ну это у тебя нахуй. А у нас простых смертных... Я не трясусь тоже. Я вот руку протяну и будет опять. Руку протянул, я... Я, блядь, ноги... Руку протянул, тебе по рукам, на нахуй. Не, ну, кстати, у тебя что... Ухуй, да, всем, что там сзади хукмастера убила баба.
Ну все, а так же не все одну хочу. Погодите, пока я... Сейчас. А я подержу. Я, Слава, надо отойти минут на 5. Я встану в сторонке аккуратненько. Слава, пусти меня в комнату похилить. Под балкон тогда встань сразу. Под балкон? Давай под балкон. Да, я в комнату соло. Не бейте его. В смысле, а в комнату? Отлично, я погнал. Он тебя пригласил. Он тебя пригласил в толстую кишку. Вызов принят. А у кого-то почта есть? Да, тебе мейл сказать? Да, давай. На почту вышлю тебе. Ок. Лингер. Ты теперь не Лингрен, а Лонгер. Надо переименоваться. А, Лунгрен надо, короче, переименоваться. Лунгрен? Да. Смотри, как Мардаун хочет, блядь. Пусти его. А, сука. Глеб, вот если бы ты оказался перед Иксэмпом, что бы ты ему сказал? Я бы ему ебало разбил. Тебя посадили в тюрьму сразу. Не посадили бы. Я побосал бы его. Давайте я покомандую, я. Там всем пизда. Звони за угол. Налево. Влево ушли. Вправо ушли. Вправо ушли быстро. Да, вправо же. А убежу дальше. Мардан, я двух щиток тасил. Я вижу хиль-хильнис. В комнату зашлись все? Зайдите быстро. Стражник побежал что-то. Опа! Конец комнаты. Пролагало. А можно заявление здесь? И выйдем, пацаны. ТГП нахуй тогда косарь, блядь. Сколько ЕП с инста? 600, по-моему. Похуй, за 2 инста отработаю. 800. А, 800? Проект по входу.
По краешку сказали же, ну ёбаный рот этого казино, блять. Брат, братан, братишка, когда говорят по краешку, мы же по краешку. Кто не успел, тот лох. Завоевателя, контроль. Отбежали с луны, отбежали с луны! Чё так кричишь? Потому что ты сейчас сдохнул бы. Нет. Стоял до последнего. Один, если умирает, живет бабл ХС и все. Давай плюс один, Клава. В смысле, плюс типа этот самый? Чисто Торим. Давайте плюс один не будем делать за 20 минут до концерта. Да мы что так убьем. Все, мы типа наёдом? А чё вы лежите? Я ж не говорил плюс ноль. Сказал плюс один. Она. Ну это вторник мы вроде идем. Или как? Подожди, куда тэпаться? Оранжерея жизни. Да, все вспомнил. Убегайте в оранжерею. В оранжерею бегите. О! Показала, ман. Чего? Надо ее сразу убивать, когда заходим сюда, да? Что, плюс два запустил? Берегитесь. О, сюда. Охуенно. Пойдемте, выйдем уже, трахнем ее. Что за мы дрочимся, блин? Сейчас вайпнете просто. Пиздец, чё, блин. Трахнул? Бичи, блядь. Сдохните все. Надо было еще эту запустить. Прессаемся, бьем сразу ее. Кто?
Ну да, нормально.